Samsung ML2955ND – один из наиболее компактных принтеров с автоматическим дуплексом. Модель весит 7,2 кг, а ее высота составляет всего 19,7 см. Устройство выполнено в практичном сером корпусе. Боковые панели сделаны рельефными, благодаря чему принтер удобнее переносить с места на место. В переднюю панель встроен выдвижной лоток для подачи бумаги, вмещающий 250 листов с механическим индикатором уровня бумаги. Для извлечения лотка предусмотрена эргономичная ручка в нижней части конструкции. Большую часть фронтальной панели занимает крышка отсека картриджа, но также в нее вмонтирован люк, открывающий доступ к дополнительному лотку подачи бумаги. Все порты находятся на задней панели. Здесь вы найдете разъем для кабеля питания, интерфейс USB для подключения к компьютеру и гнездо для сетевого кабеля. В верхней части Samsung ML2955ND вы увидите лоток для отпечатков, прикрытый защитной крышкой. В закрытом состоянии она защищает устройство от попадания пыли. Здесь же находится и блок кнопок управления и системные индикаторы. Кнопка включения имеет синюю подсветку, а клавиша, активирующая экономичный режим, подсвечивается зеленым. Именно экономичность и экологичность являются самыми важными параметрами устройства. Нажатием одной кнопки активируются настройки, при которых производится двухсторонняя печать и включается режим экономии тонера. В результате вы сможете вдвое сэкономить на расходных материалах, а при печати в режиме эко принтер производит на 89% углекислоты меньше, чем в обычном режиме. Модель отличается и очень тихой работой. Даже при максимальной скорости печати уровень шума не превышает 50 дБ. Облегчает работу с принтером и идущее в комплекте программное обеспечение Samsung Easy Eco Driver. С его помощью вы сможете быстро внести необходимые настройки, выбрать качество печати, отключить изображение и тем самым сделать печать более экономичной. Качество и скорость печати этого лазерного принтера на высшем уровне. Отличное быстродействие обеспечивает процессор с тактовой частотой 533 МГц и 64 МБ встроенной памяти. В результате первая страница в режиме готовности принтера печатается за 8,5 секунд, а за минуту устройство выдает 28 отпечатков. Максимальное разрешение печати составляет 1200x1200 dpi, а опция двухсторонней печати позволит полностью автоматизировать процесс. В результате Samsung ML2955ND выдает очень хорошее качество при достаточно высокой скорости печати. Кассетный лоток подачи бумаги вмещает 250 листов, а выходной лоток рассчитан на 150 отпечатков. Еще одним важным параметром является месячный объем печати. Принтер с легкостью справится с 12 тысячами страниц, что для лучшего понимания составляет 24 пачки или почти 5 коробок бумаги. Samsung ML2955ND умеет печатать на носителях формата А4, а также конвертах. Базовая модель комплектуется картриджем MLT-D103S, рассчитанным на печать 1000 страниц, но также может использовать и картридж повышенной емкости MLT-D103L, запаса тонера в котором хватает на 2500 отпечатков. Samsung ML2955ND – производительный лазерный принтер, способный печатать со скоростью 28 листов в минуту и экономить ресурсы за счет встроенного дуплекса.